уроки стали? Нет, кстати, что касается интервью, до сих пор не всегда получается. Поэтому не обижайте на них. Нет. Потому что они иногда что-то выдернут из того, что не говорилось. Потом приходят, как будто ни в чем не бывало. Журналистика – это цифры, факты и два мнения. Мнение одних, мнение других. Вот это журналистика. Но так как у нас не всегда стремятся быть объективными, а возьмут что-то такое, придумают. Поэтому нам надо одно понимать. Вот те, кто так делает, они ни о городе не думают. Они не думают ни о людях. Ни о людях. Они ломают жизни, они топчут людей. Но потом... Ну да, как один человек мне сказал, воздастся. Воздастся.